Что можно сказать об этой работе Элби? Это каллиграфия. Это сегодняшнее видение мира в его скупых красках, в единственно возможной композиции. Это очень впечатляет. Это прекрасная работа. Я с удовольствием расскажу несколько фраз об этой уютной, абстрактной работе. А отец абстракционизма Василий Кандинский впервые сделал абстрактную работу, когда вытер кисть об тряпку и решил показать эту тряпку потом. Художница Элби, она занимается именно абстракционизмом, именно свободным выражением. Это как камерная музыка, она не имеет либретто, не имеет литературной части. Это просто состояние, как симфонического оркестра. Как интимно звучит эта вещь, этот возбуждающий красный и точно положенные мазки зеленоватого и фиолетового оттенка. Прекрасный образец. Прекрасный. Вписывается в этот средневековый интерьер. Здесь вовремя поставлена вся композиция, она надежно стоит в листе, хотя есть очень трогательные какие-то тонкие порядки, она вся сделана как иероглиф, и действительно утверждающий иероглиф. Это очень удачная работа. Это настоящая победа. Эта работа принадлежит художнику Элби. Мое имя Вадим Гринберг, я художник, поэт.